Представители фракции «Единая Россия» приняли участие в заседании Совета депутатов Одинцовского округа. Одним из ключевых вопросов повестки стал отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области за 2021 год. Также партийцы провели заседание фракции «Единая Россия», в котором приняли участие депутаты Московской областной думы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков. На встрече был принят план работ членов партийной фракции на период с 20 июня по 3 июля.